Здравствуйте, доктор. Рады вас видеть. Прошу сюда. Виктор примет вас. Трудно поверить, что он уничтожил 20 лучших роботов. Поверьте, Катрина, он очень опасен. Виктор, зачем вы похитили моего помощника? Не устраивайте сцен, доктор. Я лишь прокатил его на своем флайере. Хотел привлечь ваше внимание. А посреди леса это сделать сложновато. А как же наша миссия? Мы должны были помочь несчастным людям. Выяснить, откуда пришли гоблины, предотвратить новые нападения и жертвы. Я вызывался добровольно. Потратил свое время. Если вас это волнует, можете выследить остальных гоблинов и уничтожить их. Но сейчас я работаю над кое-чем более интересным. Взгляните. Да, именно так. Реликт весом более тонны. Да, его не должно существовать, однако он прямо перед вами. Где вы его нашли? Его? У меня десятки таких штук. Мы находимся на пороге нового витка эволюции человека. И мощь этих реликтов станет ее движущей силой. И для следующего шага мне нужен Нек. Нек? При чем здесь Нек? Нек — это ключ. Короче, мне нужен ваш питомец. Причем без всяческих выкрутасов. Не стоит вырастать и хулиганить. Не стоит разрушать все вокруг. Что он делает? Бежим! Расчисти путь, Нек, а мы за тобой. Глава 4.1. Побег. Конечно же, мы док расчистим сейчас путь. С огромным удовольствием. Ух ты! Опять в нас попали. Но ничего. Выживем. Так, собираем янтарь, пока есть возможность. Из светильников. Или из этих подсвечников. Так, здесь тупик. И там еще два стрелка. Что ты будешь с ним делать? Жать нужно! Так, поворачиваемся. Еще раз. Так, лишь бы нам в спину не накидали. Так, вот вижу рычаг. С реликтами. Отлично. А это что за два пылесоса? Ну, понятно, что это ничего хорошего для нас не сулит, но им тоже. Так, это бомба какая-то. Ой, уйди отсюда. Вот так вот. Отдыхай. Так, а профессор бежит за нами. Отлично. Пути все крушим. Так, давай активируйся и получай. А вы-то там что настреливаете из решетки? Вот с тем, чтобы по нам не попали. Так, рычаг. Активируем. Очередная запчасть. Непонятно, что это. Какой-то голокром. Так, ребят. Стреляйте, я свой. Буржуинский. Ух ты, блин. Какой меткий, а. Жаль, что нельзя тебя нокаутировать. Так, берем светильники. Так, очередная бомба. Так, и чувак с мечом. Нет. Шалишь. Не шали. Оу. Это что такое было? В духе Звездных войн. В прыжке так эффектно. Но глупо. Так, тупик очередной. Ого. Нек, подожди. Это охранные лазеры. Смотри, вон там оружие. Коснемся лучей, нас поджарит. Но... Другого выхода нет. Нельзя оставаться здесь. Идем. Идем, док. Другой выход, не беспокойся. Лишь бы по нам вот этот не попал. Своего гранатомета.
Или ракета. Ну, а что это? Да пофигу. Все равно почти получится. Так, а ты что? Получи. Да сколько у вас атакующих-то, а? Ну, беги, беги. Давай, в прыжке прыгай. Как ты любишь? Не хочешь? Ну, ладно. Ай! О, вот. Прыгнул и получил по щам. Так, проходим наверх. Что тут у нас такое? Пошли! Это типа ловушка, да? Ух, ё! Бежим, 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 бежим. Нафиг. Нэг делает ноги. Конечно же, янтарь возьмем. И у нас 4 шкалы заполнено. Отлично. Получайте, какие. Не будем с вами церемониться. Янтарь тоже не будем экономить. И бежим. Где самолет профессора? Надо сваливать. Получай. Ну, благодари. Это все бесплатно. Все включено. Так, вот реликтов нету. Это, конечно, напрягает. Блин. Да что ж вы такие неугомонные? Придется вас угомонить. Ой-ой-ой, как ты настреливаешь. Пробегаем. Сейчас будете огребать. Получай. И тебе на орехи. Вот это уже опасно. Так, вот. Подожди, подожди. Вот так. Что тут у нас? Реликтики. Это хорошо. Это нормально. Профессор там бежит наш. Получил. Да, что ты будешь делать? Стреляет ведь. Ну, больше не буду стрелять. Отстрелялся. Так, ну и что тут у нас? Почему закрыто все? Активировать нужно было, понял. Запчасть очередная. Вообще непонятно, что это такое. Ну да ладно. Тем не менее, сгодится. Бери самый быстрый самолет и догони их. Ха-ха, а ведь он купился на старый трюк с радиоуправлением. Так, пора узнать, зачем Виктору эти реликты. Осталось придумать, как пройти мимо лазеров. Доктор, а как же наша миссия? Нам не нужно вернуться к дяде Райдеру. Лукас, хватит уже. Райдер делает все возможное на данный момент. А нам нужно миновать охранные лазеры. Есть идеи? Да. Я кое-что придумал. Ну? Эй, Нек, видишь тех роботов? Они используют кристаллы в своих прожекторах. Давайте мы разломаем штук 20. И как же это нам поможет? Мне будет проще вам показать. Сейчас вернемся. Конёк башковитый. Так, глава 4.2. Требуется разборка. Ну что ж, поработаем разборщиками. Как я и думал, чистый так, кристалл. Главное, под прожектор не попасть. Ой-ой-ой. Получай, ведёныш. И попутно пополним тут кристалликами себя. Так, стоять, бояться. Я займусь ими. Продолжай. Отличненько. Ух ты. Солдафончик стоит.
Так, и нам еще 15 нужно роботов. Разломать. Ну что ж, будем ломать. Собираем. Янтарь. Неплохо. Так, вижу, там еще один стоит какой-то часовой. Блин, ну тут, конечно. Опять это бомба. Понятно. Да хорош ты плазмой стрелять. Вот так получить. Так. А этот что там стоит, скучает? Ну давай, прыжок. Сделай свой коронный. Не хочешь? Ну тогда не надо. Полежи, не прыгай. Так. Это у нас катаются прожектористы. Как бы вас убежать? Вот так вот. Либо нефиг ездить по кругу. Так, выносим всех и вся. Так вот, гаденыш. Ибо стрелять надо было лучше. Точнее. Ах ты ж, блин. Задел все-таки нас. Вот я за это. Так, о, сколько янтаря-то. Классно. Вот это джекпот, я понимаю. Правда, не полная шкала, но ничего. Так, а там что за сборище? Числом четверо. Так, идем сюда. Хотел в меня стругнуть. Еще чуть-чуть, Нек. Получай. На запчасти. Собираем по-быстренькому, ломаем, крушим. И что за запчасть опять дадут? Ну, вообще пипка какая-то. Ну, сгодится в хозяйстве, все сгодится. Так, очередной тут у нас ездун. Ну, отправим его в поездку дальше. Пусть покатается. Так, так, так. Это что-то застыло. Ой, ой-ой-ой. Это было больно. Опасно. Сейчас был дриблинг. Давайте-ка вот, раз они стоят просто. Будем тупо пробираться в наглую. Почти готово. И ломать им колеса. Так, ну это тоже чип непонятный. Получи. Так, ну еще один где-то. Нам нужен еще один. Вон он. Стоит, красавчик. Сейчас, подожди. Заправимся. Вот так вот. Так, на помощь! Ну-ну-ну-ну, что ты закрутился? Отлично. А тут профессора зажали. Спасем батьку! Не дадим в обиду. Так, первый пошел, второй пошел, третий тоже ушел. Так, ну а ты чем стреляешь? Непонятно. Какими-то шарами. Оставь их себе. Так, спасибо тебе. Я думаю, этого хватит. Нек, помнишь наш опыт со льдом? Я хочу, чтобы ты встроил эти кристаллы в свое тело. Глупости. Но это же невозможно. Ведь мистические энергии сферы в груди Нека влияют лишь гиперплотную на... гиперплотную материю реликтов. Да, это возможно. Эй, Нек, следующий трюк сложнее. Сконцентрируйся и постарайся переместить свое сознание в кристаллы. Просто отбрось реликты. Разрешите представить, шпион Нек. Вот это да! Теперь
Ты должен пройти мимо лазеров и отключить их.